Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в обзоре RX 460 от Sapphire. Нитроверсия. Посмотрим, на что она годится. Карточка у нас 4-гигабайтная, простой Sapphire RX 460, перепрошитый в 560 RX. На ней можно заниматься майнингом под эфир и под другие алгоритмы. Те, кому не терпится узнать, сколько она дает на эфире, я вам скажу сразу же, она выдает 14 мегахеш на эфире. Даже в дуале она выдает столько же. А те, кто хочет узнать, сколько она выдает на других алгоритмах и сколько она при этом потребляет, смотрим видео до конца. Поехали! Вот тут у нас наша карточка RX 460 от Sapphire Nitro. Видите, она двухвентиляторная версия. У нее там внутри маленький радиатор, больше ее не надо. Из примечательностей. Тут у нас простая пластмасска, 6 пин подключения, маленький радиатор внутри. Здесь видите, две тепловые трубки, одна выходит сюда, одна сюда. Без бэкплейта, выглядит так. Сзади она вот тут светится зеленым цветом. Вот здесь сзади высвечивает зеленый цвет. Что у нас примечательно тут? Это DisplayPort, HDMI и DVI порт. Все, больше ничего. Гриль. И все. Так она выглядит. Теперь дизайн. Да, еще вот если здесь посмотрите, да, она... Видите, у нее PCI Express не на 16X, а на 8X всего лишь. Ну, и нормально. Это, по-моему, для такой карты. Карточку я подключил. 460 RX, прошитый 560. А Razer и карточка подключены к этому блоку питания. Это ThermalTech Goldovsky на 850 Вт. Вот тут он у меня замкнут, подключен к ваттметру. Сейчас будем измерять, сколько потребляет карточка на разных алгоритмах. Первый алгоритм я тут уже запустил, это Kryptonite. Сейчас посмотрим, сколько он нам выдает на этом алгоритме. 398 хэшей выдает эта карточка. Такие настройки: минус 100 core voltage, 1150 core clock и memory clock 2050. При этом карточка потребляет 63-65 ватт. Система, ну, гуляет от 66 до 90 ватт. Ну, это у меня такая 775 сокета. Следующий алгоритм — это чистый эфир без дуала. Те же настройки. Сколько он нам будет на нем выдавать, сейчас проверим. 13,5 на эфире. Потребление 79 ватт. У нас в дуале эфир плюс верч. Сейчас посмотрим, сколько у нас будет скорость. Скорость 13,6 против 546 мегахеш на верджи. А вот это его настройки. И потребление у нас составляет 90,95 ватт. Следующий алгоритм у нас NeoScript. Тут у нас вот такие настройки на NeoScript. 1150 core clock и 2050 memory clock. Выдает он нам, сейчас посмотрим, сколько он нам дает. 361 хэшей на NeoScript. При этом потребляет 96-97 ватт. Следующий алгоритм у нас будет Zcash. Тут у нас вот такие настройки: 1250 core clock и memory 2000 у нас. Сейчас посмотрим, сколько он нам будет выдавать на этих настройках. 148-147 хэшей. При этом потребление у нас составляет 88 ватт. Кстати, тестовая система у нас на 775 сокете, на процессоре Q9550, и при этом у нас 8 гигабайтов рама DDR3. Это было все, что я мог сказать насчет этой карточки. Из тех RX 460, что у меня был, что у меня есть, мне она нравится больше всех, потому что она непривередливая, она очень хорошо работает, при этом она прохладненькая. Что касается дизайна, она выглядит так же, как и 570-е, Sapphire и так далее. У Sapphire один дизайн на все карточки. При этом карточка очень хорошая, светится зеленым еще, плюс тут подсвечивается.
и вообще беспроблемная. Вы ее выставили, как все сапфиры, она будет работать и работать, и пахать, и пахать. Так что я рекомендую вам ее покупать, если у вас она будет, по хорошей цене. В свое время я ее даже привез из Америки, она была БУ, и она приехала даже без коробки. У меня даже нет ее коробочки. Но при этом карта, она очень замечательная, она приехала в целлофанчике, я даже сам удивился, как она не сломалась, потому что когда привозят откуда-то, она все равно должна сломаться в целлофанчике, но тьфу-тьфу-тьфу, она не сломалась. Карта работает у меня уже где-то больше 8 месяцев, и никаких нареканий у меня насчет нее нету. Платил я за нее всего лишь 90 баксов. По-моему, это замечательно. Ну и привозка мне обошлась ее в $5. Растаможка на нее не нужна была. Так что за 90 баксов это одна из самых лучших карточек, которую я покупал себе за такую сумму. На этом было все насчет этой карты. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. И если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, пишем их в комментариях, я на них буду отвечать. С вами был Леван Беручашвили. До скорых встреч, ребята. Пока.